В Адлерском районе проживают 20 участников блокады Ленинграда. На концерт пригласили их, а также остальных ветеранов Великой Отечественной. Гости смогли оценить творчество школьников уже в фойе. Там развернулась выставка работ учеников детской художественной школы номер 2, посвященная 70-летию Великой Победы. Чуть позже со сцены прозвучали песни военных лет. Участникам прорыва блокады и бывшим жителям блокадного Ленинграда были вручены памятные медали. Хотя, конечно, их память навсегда сохранила страшные картины тех лет.